Привет, господа и госпожихи. Старое говно 4 продолжается. Миссия 08, символ веры. Принять свет, чтобы выбраться из леса. Да, странно. Принять на грудь надо, ёптать. Причем принять 0,5, чтобы выбраться из этого леса. Так, начало миссии. Что мы знаем о том, как надо выбираться из леса? Мы знаем, что мох на северной стороне деревьев. А если... срубить дерево. Правда, не знаю, чем можно срубить дерево, если вы заблудились в лесу. Ну, наверное, лоу-киками в стиле Ван Дамма. Если срубить эту пальму, ну, в фильме, как в фильме «Кикбоксер», то там полоски, которые... А полосы куда? Ну, наверное, тоже на север. Все указывает на север. Если ночью заблудились, то полярная звезда на севере. Поэтому, если вы живете на севере, вам повезло. А если где-то в другой стороне, то там будет все немножко сложнее. А как же туда-то? О, там еще и кусок синей сферы. Ничего себе, блядь. Как его оттуда выковыривать, интересно. Говорят, что хватать надо, но... Этот пацанчик не может хватать ничего. Что находится ниже или выше. Да и перед собой тоже. Ах, это проститутка, блядь. Заехала все-таки, смотри-ка, а. Давай, заводи свою бензопилу, лесоруб ты. Чукотский. Не, ну как эти ваншотятся лихо, это вообще. Интересно, все-таки самая сложная часть этой говяной локации, она позади или только начинается? Вот чем меня пугали? Неужто вот тем полом, который исчезал? Да, место дерьмовое, блин, базара нет. А то, что люди сразу вспоминают это место, как бы намекает на то, что запомнилось. И попонька побаливает у многих. Я вот тут, кстати, пока перепроходил этот замечательный уровень. Абсолютно. Уля абсолютно замечательный. Я тут нашел очередной секретный левел, которым побрезговал, честно, не стал туда даже заходить, потому что меня от них бомбит. Ну просто ради хохмы, давайте посмотрим. Секретная миссия 05. Небоскреб. Достигну цели, добравшись до верха. Ну вот здесь хоть звучит как-то адекватно, блядь. Хотя бы понятно, что делать. Не, ну все понятно. А, ёпта, вот что это светилось. Ау. Тихо, там пики точеные. Ну тебе-то не привыкать, наверное. А, вот тут как. Ёп твою мать! Вот ты, блядь, проститут, сука. Таиландский, блядь. Давай, я God of War летучую миссию прошел и здесь пройду. Мудак! Нет. К сожалению, он не превратился в зловонную коричневую лепешку. Ну, это хотя бы проходимо. Это хотя бы понятно, что тут надо делать, в отличие от, блядь, остальных говносекретных дерьма миссий. Тут хотя бы, блядь, тебе потрудились объяснить, что тебе надо делать. Вот это вот продемонстрировав, хотя бы примерно показали твой маршрут. Я больше половины преодолел. Практически с одного захода. Вот если бы то же самое показали еще в других миссиях, где там надо искать секретные сферы, хуй знает каким образом, блядь. Это было бы неплохо. Блять. Сложность тут... Блять, эта камера не то, что доставляет сложность, она причиняет боль нахуй. Если бы, блять, японские, сука, черти догадались сделать камеру за спиной главного героя, блять, ни у кого бы вообще тут проблем нахуй не возникло. Ну, не, зачем? Пусть ебутся, блять, мы сделаем камеру свою любимую, капкомовскую, блять. Закрепим ее в самом ебанутом месте и пусть нахуй летают. Пидорасы, блядь. Да? Под таким слоганом, блядь.
игры в Capcom делались. Жрите свиньи, это вкусно. Блять, я рот наоборот. Ну и говно, ебаная эта камера. Просто пиздец, блять. Сука, нахуй. Ровесница ебаных динозавров, блять. Тара-тара-там. А, раза с пятого у меня это получилось. И то потому, что камера сглючила и, как, блять, задралась. Показывает мне макушку главного героя. И я просто смотрю вниз постоянно и вижу, куда, блять, планировать. Не знаю, как так получилось, но, блять... Получилось, и слава богу. Побольше бы багов. Баги и глюки идут, походу, на пользу этой сраной игре. Так, блять, вот опять я не понимаю, вот куда мне надо? Чё, блять, силу света? Что мне с ней нахуй делать? Чего, блять? Если я выйду туда. Выйду сюда. Ну, мне, походу, вот на тот вот перекресточек надо, судя по всему, как я понимаю, да? Все остальное я уже исходил. Так что, вроде как, мы идем правильно. Честно, заебало в этой игре вот это, блядь, хождение непонятное, бесцельное, блядь. Ебать, загрузка с какого-то хуя там, где я уже ходил. Что, опять глиста жила, что ли? Что происходит-то, блядь? Ну давай, попробуй, сучка. Ничего не вижу, где я там, что? Ну дерево, слава богу, догадались сделать просвечивающим. Могут же, когда захотят о людях подумать, бля. Халк злится, Халк бич. Нахуй, ну вообще меч всех бы рукой бил, да и бил. Все, просто порвал им очки. Очки порвать надо. Давай, разваливайся на молекулу. Я, честно говоря, думал, что с нее сферки выпадут. Ну ладно. Очки. Так, блядь. Еще раз мне эту великую карту, вообще классную, у которой даже нету кнопки, чтобы ее быстро открыть. Блядь, все через меню пауза делается. Иными словами, все через жопу. Это вот реально Devil May Cry — это самый паузный слэшер. Я больше не видел игр, где, блядь, так часто надо было сжать на паузу, блядь. Так, сейчас тоже все правильно. Так, ну я, конечно, его возьму с собой, а то мобы заспавнятся, а я их... Оп. О. Откуда это вылетело, сейчас интересно. А, вон тут жизнь. Яйца зла же тут растут. Как вяленько. Ладно. Походу мобы отменяются. Так, здесь что у нас было? Вот опять камера, блядь, не работает. Вот опять. Вот, как в первый раз, когда идешь, чтобы ты пропустил этот поворот. А, там вон внизу, блядь, карта, которая просвечивает на моем мониторе настолько, что я не знаю. Эротичное белье по сравнению с этим просто, не знаю, утепленка. Похоже, Сефирот как-то реагирует на это необычное дерево. Похоже, я проебал, что такое Сефирот. Идите нахер от меня, триперные. Не вижу смысла драться со спавнящимися мобами. Учитывая, что я пол игры дрался с этими куклами. Так, и тут я тупо даже не был. Ну давай. Что написано? Это добрый лес, но те, кто придет к нему со злом, канут в пучину тьмы. И вас там будут жарить в жопу вечность. А, вообще-то тут демонов уже полный лес скачет. Ты что-то...
Тот, кто не жаждет тьмы, да ищет свет, ибо иначе все усилия... Ладно, ладно, все мы знаем, что здесь написано. Прямо пойдешь, пиздюлей огребешь, налево пойдешь, коня провафлишь, направо пойдешь, жену, жинку найдешь. Давай направо, сейчас. Сейчас посмотрим, насколько хорошо я помню эти, этот фольклор. Хотя у епошек у них там и письмена-то, блядь, сверху вниз. У них, наверное, и лево-право перепутано. Ну точно, блядь, что-то я сомневаюсь, что это... Что жена тут сидит. Сука, они еще и завафленные, блядь. Так, а ну-ка, ёб вашу мать. Только подходи, нигер. Ну косой, блядь, а. Это называется, я пытаюсь скастовать прием удар подбросить. Так, телепорт. Что-то я там видел сейчас только что. Ага. Заебись. И как поднять его? Не знаю, у кого там что, блядь, рука хватает. У меня ничего не хватает. Так-так. Ну, давай попробуем прямо тогда хули делать. Оу, oh, yeah. Хо-хо, это с какой стороны, простите, вышел? А, с той же. Заебись. Так, прямо мы не ходим. Причем вот на этой хуйте, которая там написана, там даже не подсказка написана, там просто хуйня какая-то. Приди с добром, блядь. Чё мне тут ходить говорить, будьте здоровы, враги мои. У меня такое чувство, что то, что там меня телепортнуло, это правильно. Подкинул. Не, ну я их просто разорвал. Так я не понимаю, что мне должно указывать. Ага, тут одна и та же локация открывается. А по вот этому синему куску сферы. Я не думаю, что админы настолько... Разраб настолько щедр, что он будет в каждую ложить. По. Ага. Если желаешь покинуть лес, не впадай во тьму, но отнесись к лесу с добром. Где есть свет, там должны быть и тени, но тени ведут только во тьму. Свет солнца, сияющего всем творением, освещает ключ к твоему будущему. Оставь тьму позади, следуй прямо вперед. Луч солнца. Это добрый лес. Такой добрый лес, блядь. Пидорасы этот лес сделали. Не может быть добрым. Так, ну, я так понимаю, что... Во тьму входить не надо. Надо, чтобы меня телепортило вот так вот постоянно, да? Типа, вот это хорошо. Значит, что дальше? Как понять-то, блядь? Тени там какие-то. Надо в самую солнечную сторону идти, что ли? Если я еще раз прямо пойду, что-то изменится. Я просто хочу понять принцип этой хуйни. Ага. Ух ты. Какое попадал во роскошное. Короче, вот этот Ямато просто ускоряет все мои атаки и больше, походу, ничего не делает.
Что это он там делал? Да выкинь ты его нахер. Он уже труп. Так, теперь все сначала, как я понимаю. Надо теперь понять, чем правильная сторона на вид может отличаться от неправильной. Я вот так мыслю. Но тени здесь определенно не меняются. Они такие и были, блядь. Такое ощущение, что здесь надо запоминать нахуй дорогу. Просто, блядь, дичь такая, ёб твою мать. Просто не понимаю, что... Какие еще варианты? Варианты-то так, я в прошлый раз налево пошел. Нихуя, что там было. Прямо и налево я во второй катке уже ходил. Теперь давай сюда пойдем. Сейчас должно меня телепортнуть на старт, как я понимаю. Так. Что теперь? Ну, по логике сюда, наверное, не знаю. Хуй там. О! Забытые руины. Ничего не понял, короче. Попытались придумать какую-то загадку, но, блядь, не смогли. Слишком впадлу было, наверное. Древний полигон. На, грибалите. Не знаю, может на клаве как-то все эти комбо проще делаются в плане нажатий по направлению к врагу. Просто у меня на геймпаде прям вообще вот герой делает постоянно не то, что я планирую. Но хотя бы у меня стало лучше получаться заводить этот дрын, блять, с ударом. Занятие, конечно, что еще? Вот так, походу, реально мощнее. Опять рука поблымала, типа, где-то тут что-то спрятано, но, блядь. Как бы мне камерой-то не покрутить, я не вижу. Адская звезда. Давайте золотую сферу куплю, а то мало ли. С кем сейчас махаться придется, Ямато. Блядь, ну, сука такая, ты посмотри, а. Не додали специально 80 херовинок, я базарю просто. А, что такое полоса 2? Сильно увеличенной дальностью. Раскол. Мощный рубящий удар сверху, рассекающий врага. По-моему, говно полное. Калибур. Раздача. Избежав атаки с помощью отступления. Хуйня полная. Спасу. Ну где говорит, что здесь быстрый бег, блять, так я не понимаю, где он. А, во. Ха! Давно пора. Там что ли? Ах ты ж ёбаная тварь! И где это я, блядь, простите? Оказался. Пизда, там место, блядь, вообще. Блядь, ёбаная рука, сука, она создана, чтобы наёбывать, походу. Давай, скажи мне, что я сейчас на перекресток приду. Блядь, я... Камера, ёбаный в рот, что ты мне показываешь, блядь? Мне нахуй это все не на... Я просто, блядь, не понимаю. Я просто в шоке, нахуй, с этой камеры, блядь.
Как на перекресток-то попасть? Где он, блядь? Я не помню, где я иду, я просто не понимаю. У меня, блядь, кретинизм в этой игре топографический просто, блядь, на максимальную. На максимальную. И камера, блядь, вот пиздец, почему она мне спереди показывает только? Что вот здесь находится? А, змеиное логово. А, вот смотри-ка, заспавнилось. Чудо-то какое, блядь. Короче, я приговорил себя к кругу почёта из-за этой ёбаной синей блядской ебучей, сука, блядь, как нахуй ж... пиздец. Блядь, обосранной руки, нахуй, которая мне сигнализирует, когда рядом охуительный секрет, блядь, который ты не можешь взять, хуесос. Отлично, блядь, спасибо. Божественная функция, просто, блядь, лучшая, нахуй. Ничего пиздача они придумать не могли, блядь, уёбки ёбаные. Гандоны, блядь, обоссанные. Ну не пидорасы, блядь, вот напишите в комментах. Вам пидорасы, блядь, еще какие. Просто пиздец какие, блядь, пропидоры, нахуй. Кстати, если я вот здесь поверну, я, по-моему, срежу, получается, да? Срезал, на нахуй. Нихуя, чемпион по срезкам просто, блядь. Ну что не так с этой игрой, блядь, НТ? Ну как, пиздец, можно такие, блядь, логистику такую делать, блядь. Говно ебучее. Знаю, куда я сейчас выйду. А, нет. Так, пошли отсюда нахуй. О, слава богу, блядь. Ну давай, ты можешь как-то, блядь. Почему вот ускорение бега не на комбинацию кнопок, я не понимаю. Почему вот ускорение бега только спустя минуту, блядь, срабатывает. Ну хорошо, что я вообще его прокачал. Без ускорения бы сейчас тут совсем уныло бегалось. Сосите ногу, блядь, твари. All rush. По ступенькам что-то он сбавил, конечно. Давай, 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 блядь. Поддай закиси гороха. Враги, блядь, все сильнее становятся. Сука. И дождь идет в здании, блядь. Все на... А, о, ну да, конечно. Как я там шел? Прямо, право, лево? Или прямо, лево, право? Просто на бис показываю, как тут надо. В принципе, когда похожая говнозагадка была в Бестиариум, и там повесили еще эту херню, чтобы можно было определить, что ты правильно делаешь или что неправильно, я вообще, это еще больше меня с толку сбило, этот светофор ебливый. Не-не-не, идите-ка вы нахуй. Так, отлично, наконец-то я дошел до башни слоновой кости, в которой должен жить белый маг. Изенгард, блядь, по-моему, или как там, сука, надо Властелин колец пересмотреть.
Господи. Хоть бы босс, хоть бы босс. Ничего там. На берегу океана. Это маяк, что ли? А вот и белый маг. Смотрите, как я угадал. Нет, это белый генерал, белогвардеец, блядь, в изгнании очередной. Колчак прям идет, видите, шашка золотая. С такой миной только на врага идти. Иду на вы. Тогда у меня такой вопрос. Какова настоящая цель ордена? И что за тип этот Данте? Внезапный вопрос. Командир-то какой, смотри-ка, подошел в упор, только тогда напал. Во, петух какой, а? Пиздобородый, блядь. Ща, погоди, нахер, да где? Ты обладаешь силой демона. Назад. Я не хочу тебя калечить. Что скажет Кирия? Давать калечить? Не будет тебе. Ты так ничего и не понял. Ты обладаешь силой демона, а мы сами демоны. И ты тоже. О, а он ангел, походу, смотри-ка, ничего себе. Я избран совершить следующий шаг эволюции. Ну ты уже эволюционировал, ты говоришь с закрытым ртом. Чревовещатель. Я теперь ангел. Слышь, ангел, а что-то у тебя хуйчанский-то где? Ты стал всего лишь демоном. Не. Как командир святых рыцарей, я арестую. Прикольные демоны под названием Святые рыцари. Вообще-то, из демонов он такой самый ангелоподобный, надо сказать. Опа, опачки, нихуя ты. Больно, блядь. О, погоди. Я еще ничего не понял. Prepare to die. Ау, щит. Он там что-то балакает. Но я не понимаю ни слова. Не успеваю даже. Ух ты, блядь, такая. Ну, пиз. Свина, блядь, ебучая, держись. Ух ты, ёб твою мать. Сука, вот он тяжелый, блядь. Гандон какой под кемпер ёбаный. Фу, пиздец, репортов накидаю. Может, надо обратно копья в него метать, потому что что-то я, блядь, не вижу к нему подходов грамотно. На этом только агрится. Нет, не бросить. Я рукой даже махнуть не успеваю. Нет, спасибо. Тут чекпоинт рядом. Поскольку я ничего не потратил, я ничего и не теряю. Ну это что-то совсем пизданутый босс какой-то. По сравнению с предыдущей, которая с полточка убилась одной левой. Это что-то совсем охуевший черт. Я просто не понимаю, я ему дамага не успеваю влить вообще, блядь. Одни увороты и прыжки. Сука, он чё, блядь, финальный босс игры, что ли? Чё это за хуй? Просто, блядь, местный повелитель шторма, нахуй. Ну давай же ты. А вот мы как по воздуху бить классно умеем, а? Косой пидор. Че, не перевели его пламенные речи-то? Может, что по делу мужик говорит это? Так, нахуй руку.
Заебись, комбо заходит по мне вообще. Грамотно. Тихо, тихо. Ну это самая хуйня от этого-то, блядь. Бабушка моя умер... Ну, блядь, ну... Пизда, опять удар не срабатывает. Ебаное управление конченое, блядь. По-моему, он грогит, блядь, когда его... Нет, на руку он сразу аллергию, блядь, делает свою. У меня такое чувство, что мне уклоняться не надо, он просто мимо бросает, блядь, мудак такой. Блять, как попал-то, ёбаный петух, сука, переросток, блядь. Блять, у него просто куча косых ударов, тут даже тайминги не нужны. Блять, кос... Допизделся, ёб твою мать. Ну, давай. Ну-ка. А, попадает. Кажется, что они мимо летят, но не попадают. Кувырок не сработал. Ну, давай же, блять, вот он. Но... А чё, одну только? Всё? Понял, что хуйня твои метания. Ну, давай. Не, он реально верит, что он ангел, блядь, а говно. Ну, только послушайте этого фраера, блядь. Он не даёт долгие комбо закидывать, он сразу, блядь, перекрывается. Не, ну я таких как ты в Dark Souls в базарный день по 5 копеек, блядь, убивал нахуй. Если, блядь, удар нормально срабатывал, ёбаный. Вот это со скольжением, блядь, который нормально работал в следующей части, а в этой вообще никак. Блядь, пидорас. Ты пидорас, а не ангел. Ах ты, сука, я хотел подойти, попробовать ему уебать. Блять, два удара — это потолок просто. Ах, вот как оно делается. И он после этого в гроге еще. Ладно, ладно, убил. Хорошо. Но за эту катку я многое понял. Во-первых, я отработал у ворот от его петушиных говноатак. Ну, говно на самом деле, изи. Изи босс, просто надо посмотреть. Я просто, блядь, не привык к этой руке ебливой, я не знаю. Ну не было в пятой части никакой руки нахер. Оружия было много, а руки не было.
Я реально, блядь, про нее забываю. Просто постоянно. Для меня в этой части рука, это как в прошлой, в пятой, это схватить и притянуть там, блядь. То есть такое немножко не часть боя, как бы. Хотя со змеей я наверное. То есть, ну, руку я юзаю, чтобы притянуть себя, допустим. Проще говоря. Ну нечестно, вообще гандон конченый. Это что-то новое сейчас пизданул, кстати. Блять, долго Ямато ебаная включалась. Пиздец просто. А-а-а, боже ты мой. Давай попробуем подойти, может. Нихуя, да? Не, его подстанило немножко. Пидарас, блядь. Нет, хуйня полная к ним подходить. Не, работает, смотри-ка. Твоя сила опасна, говорит он. Косенький-то петушок-то у вас. Ёпта, бля. Не, урон вообще никакущий. Это у него щит краснеет. Может, он без щита останется? Я не вижу, что он бросать собирается. Заебать решил своими бросками, да, петух? Ну давай посильнее-то ему, ёб твою мать. Да скользи ты, блядь, заебало управление, косоёбанное, блядь. Поебальничку, поебальничку. Давай, папский, батл тот, ёпты, на-на. Мне кажется, это не все. Он должен что-то еще научиться делать. Иначе что-то это совсем как-то примитивно. Ах ты, гандон. Какой привет, такой ответ, блядь. Блять, ну как попал-то, ёб твою мать. О, что-то новенькое, да? Там охуел. Давай еще. Сила ангела. Гандон ёбаный. Просто рядом с картой, походу. Только поэтому не вернулся. Да что с нахуй случилось-то, блядь? Я не понимаю, блядь, почему он перестал, ёб твою мать, уклоняться, блядь. Петух мамкин, блядь. Я, блядь, реально не более бабу. Чё за хуйня, блядь? Что изменилось-то, блядь? Пиздец полный, блядь. Хоть раз бы из него там хилки какие-нибудь выпали, не знаю. Задержечкой. Ух ты какой. А ну вот так. Ладно, пора с этой хуйней заканчивать, наверное. Третий раз сначала начинать. Блять, у меня одна аптечка. Ой, ну хуй знает, блять. Вот, ну пиздец. Просто я завафлил. Нет. Меня, давай, убивай меня. Завафлил пару уклонений, и все пошло по пизде, блядь. Та-ра-та-ра-там. Пошел нахуй, пидорас. Почему-то, блядь, уклонялся нахуй, а потом, блядь, перестал уклоняться. Я, блядь, не понимаю нахуй, ну че вот, блядь, произошло-то, ебаный в рот в середине боя. Почему, блядь? То раньше он промахивался, тут стал попадать, блядь, вдруг.
Да чё, блядь, за незаметное усиление босса такое, блядь. Dark Souls там тоже босс сильнее становится во второй стадии, но у него какие-то новые атаки появляются, там какая-нибудь хуйня. А здесь просто пиздец, стал попадать, блядь, нихуя себе. Нулевое палево прям, блядь. Сука, говно ебаное, блядь. Видите, мимо, блядь, бьет последним ударом. А там вдруг начал попадать с какого-то хуя. Боже, давай еще, блядь, заспам меня до смерти. Заспам меня полностью говном своим, петух, блядь. Давай, я зол, блядь, пиздец, ты охуеешь. Гандон ебаный с задержкой. Чтобы твоя бывшая, блядь, задержка началась. Причем именно когда сабля заряжена, у него этот удар не срабатывает. Скольжение, блядь. Сейчас что-то странное случилось. Давай еще ему бей, бей его, блядь, пока он тупит. Все. Пришел в себя. Сейчас будет мега быстрый махач, я, кажется, понял, что. Надо его ударами провоцировать на это. А, у него либо одно заряженное, либо три незаряженных, я понял. Тара-тара-там. Я бы ему еще по яйцам. Вот сейчас по яйцам. Как уебал бы ему, блядь, как Киржаков в лучшие годы. Ох, бы ему не понравилось, блядь. Он бы у меня яичко снес нахуй сразу. Косой лох. А, вот на это у него аллергия, понятно. Камера, блядь. Ололо, что ты делаешь? Ну, не достал, бывает. Давай ты, блядь, да... Блядское управление заебало просто. Батл тот, сучара! Я не побежден, говорит. А я так не думаю. Я думаю, пиздать. Ох ты, ёпта, мать, нихуя себе. Если бы ты с самого начала так дрался, ты сделал все как-то нехотя, поэтому ты получаешь пизделей. Ну, пожалуйста, там миллиметрик. Сейчас я тебя за уши, сука, на кукан натяну. По красоте. Хороший босс. Понравился. Dark Souls напомнила. Нет! Я еще не закончил! Моя сила увеличилась. Качаюсь. Слушай, в рот ее чихпых. Не последняя тёлка на планете. Пошла она в задницу. Убивай его. Нет, постой. Это не то, что ты думаешь. Почему? Почему ты это сделал? Ты бревно. Мы хотели уберечь тебя от страшной правды, Неро, демон.
Да, а меч у тебя... А меч у тебя прям ангельский, да? Не бойся, я пальцем ее не трону. То у тебя его нету, я тебя видел без трусов, когда ты в птицу превратился. То твоя привязанность к ней выходит за рамки дружбы. Она тут ни при чем! Отпусти ее! Агнес! Это он по доброте ей угрожает, интересно? Как ты смеешь использовать мою сестру? Поганый ублюдок. Я его закончу. Отпусти ее. Его святейшество предвидел твое поражение и приказал использовать твою сестру. Пускай по кругу. Так я не... Я не понял, зачем он ей сказал, что мы хотели тебя уберечь, он демон, и тут же сам в демона превратился. Это за каким хуем-то было сделано? Куда он ее забрал? Обратно в штаб? Думаю, что да. Нера, оставим наш бой на потом, пока я не выясню всю правду. Да хуй тебе, ты слился, ёпта. Наш бой на потом. Ну я тебе потом пиздюлей навешаю, если что. С превеликим удовольствием, бля. Щит эгиды. Минуточка. Щит... Что, блядь? Сука, свернулась игра. Так, вот, вижу. Щит, ранее принадлежавший Кредо. Тот, кто им владеет, получает новый источник силы. То есть это тот щит, которым он только что от моих атак, получается, прикрывался, да? Захват. Совершив порыв, продолжайте удерживать Б. Подтащив захваченного врага поближе к себе, вы можете прикрываться им как щитом от атака. Причем тут щит Кредо, блядь. В качестве щита можно использовать только демонов, которых можно подтащить. Дерьмо какое-то, а не функция. Ну да ладно. Ой, какой и в очко выстрелили. Mission complete, motherfucker. 32 минуты написано, я проходил, но у меня по хронитажу показано, что я минут 40 уже запись записываю. Какой-то канадей на 4000. Фора противнику, продолжение. What? Hell. Открыт новый фрагмент истории DMC. Очень интересно. Очень интересно. На самом деле нет. Сейв ми на новый слот. Пожалуйста. Пожалуйста. Айс. Блять, 8,5 часов уже нахерачено. Господи ты, боже ж мой. Так, ну что, я прошел ваш ублюдочный лес, с которым вы меня пугали. Так что впереди, видимо, безоблачный финал игры. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И... Много не пиздите. И все такое. Все, шутка, да. Все, пишите, жмите.